сегодня посмотрели в плане контроля? А то у нас рассказывают, что кто-то не видит, где работы сегодня обеспечиваются, ведутся, да, кто-то не слышит. Поэтому вот еще раз показываем, что и рассказываем. Механизированный такой отряд организован из отбойные молотки. Такие современные приобрели, 13 пока комплектов. Мы видим сегодня пнемо, вот эти мало... такая техника малая, мобильная техника, тоже как эффективно работаем. Видим мощную технику, то есть где необходимо. И видим много, где люди вышли просто вручную, там, где невозможно техникой работать, тоже работают. Поэтому задача, она как бы исполняется сегодня. Очень много проблемных еще остается участков, и их надо все охватить и начать просто проводить дело до конца. Поэтому мы будем всю эту неделю лично контролировать. Думаю, что работа будет организована до того времени, по максимуму не расчистим возможности и пешеходных зон, и основные проезды, где вот такие, здесь, я так понимаю, вода, протечка была, поэтому невозможно особенно малогабаритной техники подняться легковым автомобилем. Ну, самое главное, работа сдвинулась, когда говорили, невозможно, такая большая подушка, химии не берет, там, соль не берет, все нашли решение. Да, будем двигаться. Вот где возможно днем работать для того, чтобы коллапс не создавать транспортный, вот как докладывает сейчас замглавы администрации, работает днем, где невозможно днем работать, организован ночной отряд также по вывозу снега с улиц города Саратова. Поэтому эта работа будет вестись и день, и ночь. А, это все, да.